Режим самоизоляции, когда большинство жителей сидят по домам, обострил отношения с соседями. Кто-то затеял ремонт, кто-то включает музыку на полную громкость. В итоге ситуация, когда дневной сон ребенка нарушает грохот перфоратора, вызывает возмущение. И договориться с нарушителями покоя зачастую не удается. Как отмечает губернатор Евгений Куйвышев на своей странице в Инстаграм, его канцелярия завалена жалобами жителей. Причем они не просто жалуются, а предлагают, по примеру других регионов, предусмотреть режим тишины в середине дня. Глава региона дал соответствующее поручение депутатам законодательного собрания. Законопроект уже готов, его должны принять в ближайшее время. Это дополнение в административный кодекс, статью 37, которая предусматривала возможность работы с 8, в рабочие дни с 8 утра до 23 часов. Сейчас она дополнена нормой, что с 13 до 15 это вот режим тишины. В общежитии Уральского федерального университета выявлен случай коронавируса. По данным представителей вуза, в корпусе в течение 2 недель будут закрыты на карантин 35 студентов. В здании по предписанию Роспотребнадзора усилен дезинфекционный режим. Уральский федеральный университет, как и другие вузы Свердловской области, с конца марта перешел на дистанционное обучение. Руководство УРФУ первым в России объявило, что выпускные в этом году также пройдут в удаленном доступе. Несмотря на пандемию, все учреждения культуры продолжают работать в режиме онлайн, подчеркнула Светлана Учайкина. Более того, по словам областного министра культуры, этот режим очень востребован. Для сравнения, год назад «Ночь музеев» в офлайн посетили 300 тысяч человек, а нынче в удаленном доступе более 2 миллионов. Но постепенно работники культуры готовятся к снятию ограничений. 25% сотрудников библиотек и музеев уже вышли на работу, чтобы подготовиться к приему посетителей. Творческий коллектив Академической филармонии тем временем в полном составе отправился в отпуск. С 1 июня их примеру последуют коллеги екатеринбургских театров. Мы спланировали отпуска с руководителями учреждений на месяц раньше для того, чтобы уже в середине июля после выхода, после отпускного выхода на работу, смогли быть проведены репетиции, спектакли, которые можно вспомнить и нужно вспомнить, для того, чтобы начать режим работы наших учреждений раньше, нежели осенью. Конкурс «Мисс Екатеринбург-2020» проведут, несмотря на пандемию. Сегодня организаторы объявили о старте приема анкет от желающих побороться за корону главной красавицы города. Кастинг стартует уже 1 июня. По словам директора конкурса Светланы Петраковой, уже продуманы все сценарии. Самый лучший вариант – полноценное шоу. Организаторы надеются, что оно состоится. В противном случае будет онлайн-шоу и онлайн-кастинг. Подробности пока не раскрывают. Но уже ясно – корона «Мисс Екатеринбург» без новой владелицы точно не останется.